Мы на Парк де Пренс, и у нас есть все для отличного футбольного матча. Работа для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный комментаторский состав. Георгий Черданцев, Константин Генич. Очень надеемся, что звук вы не отключили. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Очень много внимания было уделено Лео Месси перед игрой. Как думаешь, что он покажет нам сегодня? Он замечательно взаимодействует с партнерами и сам передачу может отдать и чувствует, когда надо открыться. Игрок, конечно, уникальный. Благодаря проведению в 2016 году во Франции чемпионата Европы стадион Парк де Пренс был улучшен. Повезло как стадиону, так и клубу Пари Сен-Жермен. Да, например, появились новые сооружения на стадионе, в основном для прессы и технические зоны. Также были улучшены трибуны, все кроме фанатских секторов. В уважении к самым важным болельщикам их места сохранили без изменений. Это состав Пари Сен-Жермен. В воротах играет Жан-Луиджи Доннарумма. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Лео Месси с первых минут играет с Неймаром на флангах в полузащите. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. На экране стартовый состав гостей. Что скажешь о схеме? Ну, я думаю, что итог матча во многом будет зависеть от игры и изобретательности атакующего полузащитника. Первый удар по мячу, и игра началась. Альваро Моррата хорошо освободился от опекуна. Скидка назад. Как играет Доннарумма. Идриса Гея. Перейра. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. Влахович. Адриан Рабьо. Вперед он мяч тащит. Играют они в пас. Есть время и пространство для навеса. Судья показывает, что ушел мяч, хотя никто вроде не мешал его в поле сохранить. Адриан Рабьо. Пауло Дибала. Дибала. Мяч все ближе к штрафной. И на этом атака завершается. Лионель Месси. Данило Пере. Неймар. Нуну Мендеш с мячом. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен. Очень уверенно играет в этом эпизоде Кьеллини.